Откровенно и честно Думская ТВ анализирует уходящий год. Из первых уст внутренняя кухня телеканала. Выметайтесь отсюда. Выметайтесь отсюда. К одесским новостям. Я назвала этого снеговичка Дима, в честь оператора, с которым я снимала. И в него можно вколоть иголки. Это сообщество достаточно хорошем понимании сумасшедших людей. Фактически это еще такой маленький ребенок, еще такой шумящий, кричащий, веселый, с бардаком. За 2015 год Думская очень изменилась. У нас много новых журналистов, новых лиц. На нашем телеканале стартовал проект «Архитектурный патруль». Выходит он в среду в 8 вечера. Это все потому что... Мы уже целый год отработали в Full HD формате. Мы сами иногда становимся ньюсмейкерами, делаем материалы, о которых никто не говорит. Постоянное движение вперед. Здравствуйте, мы в прямом эфире. Что вас заставило выйти из монастыря? Мне больше всего запомнились стримы. Это в моей жизни впервые, когда ты работаешь в прямом эфире, ты должен... быстро соображать, не имеешь права на ошибку. Думская ТВ может гордиться тем, что она создала в этом году патриотический календарь. Бывали разные курьезные ситуации. Бывало, что операторы забывали аккумуляторы, бывало, что забывали в старые времена кассеты. Но так, чтобы мы приехали на съемку и, открыв багажник, обнаружили, что у нас нет камеры, такого со мной еще не было. У меня был самый любимый архитектурный патруль про кладбище. Самым ярким, наверное, был ролик к 9 мая, где мы отличились от остальных как минимум тем, что у нас был настоящий ветеран, а не липовый актер. Одесская открытка, да, это проект Думской ТВ, я с радостью его делаю, пытаюсь, возможно, даже не совсем традиционно показать город наш, получается в основном грустно почему-то. Чтобы мы лучше творили, надо больше пространства. Я хочу, чтобы на Думской ТВ вот этих авторских интересных продуктов, которые бы цепляли зрителя за самые кишки, было бы побольше. Я бы хотел видеть побольше рекламы на телеканале, в том числе сделанной нашим дорогим продакшеном. Я хочу ее видеть сильной, я хочу ее видеть креативной, хочу ее видеть живой, интересной. Все просто заиграет еще более новыми красками. Компания полностью надо начать сначала, как говорят многие депутаты. Я не знаю, что им сказать. Вы знаете, хочу подурачиться, так начать похутить, сказать, что вот так всех любишь. Конечно, любишь. Мне не хватает на Думской ТВ вот этой девочки, которая приносит водичку в стаканчике. Давай, студия, мне нужна студия. Студия побольше, чтобы это было уже более масштабно. Спина ровно, чтобы мама не ругалась. Мы продолжим работать для вас. Юлия Пробача, Вячеслав Лаштава и весь коллектив Думской ТВ.